основной холодильник у нас. По вкусовым. То есть, если чем больше дрожжей ты загонишь, по идее. Ага. Запах, да. Здесь вот как изображение. Вот и резервуары, которые, в принципе, я говорил. И в каждом, определенный сорт там какого-то напитка, да? Ой. Каждая емкость, если акартофоры вот эти, они идут по 39,5 тысяч литров. Угу. Вот эти с левой стороны серебристые танкеры, они идут по 70 тысяч литров. Угу. Угу. Чтобы держать вот этот экспедиционный ликер. Здесь 8 штук по 16 тысяч литров. Здесь экспедиционный. Экспедиционный ликер. Варим сахар, делаем из него сироп, затем смешиваем с. Через мерники проходит, каждый мерник калиброван, в тесте засертифицирован, свидетельство о порядке каждый висит. Это под большой объем. Угу. Это как бы резервные емкости. Каждая емкость 45 тысяч литров. Угу. Так. Как раз и отсюда начинается розлив, сюда ставится бутылка. Угу. Склад. Я заказал образцы. Так у меня образцов нет. Мне надо одну образец на столик поставить. Кос, вот это деле, да? Вот космос. Надо все-таки попробовать. Ой. Где была склады, открой вот этот маленький. Оперативно попробуем. Получается. А мы как вот как логика вот с, да, начнем отсюда и
и пойдем. Группа. Это дети. О, да, да, понял. То здесь можно отдельно войти. Да, и тут еще. Девушки, можно мы небольшую фотосессию? По просьбе так, вот, куда зайти сможем? Ну, в туалет, наверное, не обязательно. Туалет. Не надо. Там так, а что я делаю? Ты покажешь?